Всем привет! Если у вас на руках сухая кожа, трещины, морщины после домашних или садовых работ, есть очень хорошее средство, которое поможет восстановить кожу на руках в быстрые сроки. Эту маску можно делать и на лицо, а остатки на руки и декольте. А делать ее очень просто. Вам понадобится одно перепелиное яйцо, чайная ложка меда и 1 чайная ложечка растительного масла. Разбиваю яйцо, добавляю мед и масло. Все тщательно размешиваю до однородного состояния. После того, как размешали смесь, отправляем ее в сторонку. Она нам пригодится немного попозже. И перед тем, как делать эту прекраснейшую маску, наливаю литр картофельного отвара. В этот отвар опускаю руки на 10 минут. Отвар должен быть теплый, комнатной температуры. Через 10 минут руки не смываем от картофельного отвара и обильно смазываем мазью. И одеваю перчатки. Этот способ хорош тем, пока маска работает, можно заниматься домашними делами, которых всегда хватает. Делайте эту маску как можно чаще, например, 2 раза в неделю. Я держу маску 30 минут. За это время она хорошо впитывается и смягчает кожу. Через 30 минут снимаю перчатки и смываю маску. Сразу чувствуется, какая кожа мягкая стала, увлажненная, эластичная. Делайте такую маску как можно чаще, и результат вас не заставит долго ждать. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале.